Дорогие друзья, мы приветствуем вас на военно-техническом форуме «Армия-2019». И сегодня наши юнкоры побывали на стенде компании Wargaming. Мы посмотрели новую инсталляцию, это презентация игры «Калибр». Какие у тебя впечатления? Эту игру многие ребята ждут. Вот с нетерпением. У меня все друзья, у кого не спроси, они такие, да, скоро эта игра выйдет. И у меня выпал шанс одним из первых поиграть в эту игру. Эта игра отличается тем, что она более реалистична. Очень много ребят, которые уже зарегистрировались на выпуск этой игры, у которых есть специальный промокод, они уже могут поиграть в эту игру и написать на их официальном сайте, что можно доработать, а что можно оставить. У вас много ребят, кто играет в подобные игры? Да, очень много ребят, которые играют в эту игру. Вы являетесь самой передовой аудиторией, которая все это тестирует и пробует. Поэтому «Парк Патриот Медиа» на сегодня предлагает уникальную площадку на базе «Парка Патриот». Все это позволяет нам представлять юнармии самые последние технологии. То есть мы хотим вовлекать всех ребят в очень интересный, удивительный мир мультимедиа. Так что добро пожаловать всем тем, кто еще присоединится, да? А вы уже должны стать теми мастерами, которые будут рассказывать про все наши возможности. Итак, дорогие друзья, мы сегодня были в гостях форума «Армия-2019». Сегодня на КВЦ развернута мультимедийная студия. Здесь дополнена реальность и организовано большое количество интересных ивентов. Добро пожаловать в школу юных корреспондентов «Юнармии».